Мы решили расставить точки над «и» в наших отношениях. Мы ссорились по телефону, и я предложила выход. Пусть идиотский, несерьезный, но все же выход. Давай подбросим монетку. Если орел, то мы вместе. Вместе рука об руку. Взгляды в одном направлении и прочая лабуда. Если орешка, мы расстаемся. И больше не мозолим друг другу глаза. Он согласился. Раз, два, три. Орел. У меня тоже. Я чувствовала, как он улыбается. А сама смотрела на обратную сторону монеты. Решка. Да, я смухлевала. А вы говорите там про какие-то знаки. Позже он мне признался. У него тоже была решка. Наша судьба в наших руках.